Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Смотрите, мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, в какой-то степени очень сильно связано с внешностью вашей. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, вот в какой-то степени связано с ну вот исключительно, да, с как бы именно вашими физическими данными, грубо говоря. Вот. То есть это вот, ну, это то, что вот в какой-то степени для вас имеет актуальность. Вот, но мне кажется, что сложность и проблематика здесь в том, что как будто бы в жизни ничего больше нет. То есть вот, ну, грубо говоря, даже когда у вас вот все было хорошо, даже когда на вас обращали внимание мужчины, как будто бы вы жили только этим. Вот. Как будто бы вы жили только этим. Как будто бы вы жили только этим. Понимаете, в чем вот, ну, в чем штука. Но этого ведь, как мне кажется, мало. Довольно-таки. То есть, мне кажется, что как минимум этого весьма-весьма недостаточно вам, например, чтобы, ну, чтобы вот чувствовать себя хорошо, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы вы чувствовали себя гармоничной, например, чтобы чувствовали себя, ну, полноценной, можно так сказать. Вот. Этого мало вам, на мой, по крайней мере, взгляд. И на мой, по крайней мере, взгляд, идея. Моя идея заключается в том, что вы всегда обращали внимание только на внешность. Вот. Потому что вы, ну вот, у вас были внешние данные. Но кроме этого, такое ощущение, что более вы ну, по моим ощущениям, более вы ничем не ценны, как будто бы. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Мне кажется, что выходом из вашего такого действительно непростого положение было бы посмотреть на то, что еще в жизни вам интересно. Вот. Ну, мне так вот, по крайней мере, кажется, мне так. По крайней мере, это видится. Но таким образом, мне это, по крайней мере, вот, ну, воспринимается, да? Если вы обратите внимание на то, что вам интересно, если вы посмотрите на то, что вам нравится,
Вот, если вы не будете воспринимать внешность как, ну, единственную, а исключительную, может быть, историю для себя. Вот. Понимаете? То ситуация для вас, как мне кажется, вполне может улучшиться. Другой вопрос, на мой взгляд, да, что для этого или как для этого вам нужно действовать. Ну, то есть, вот, что вам для этого нужно сделать. Понимаете? Это вот в какой-то степени поиск себя, это в какой-то степени поиск того, что вам может быть интересно. Вот, это в какой-то степени поиск новых ресурсов. Вот, потому что и люди, которых вы встречаете, они смотрят на вас не потому, что вы не привлекательны, а потому что вполне вероятно, у этих людей могли измениться ценности. Вот. Ну, просто вот могли поменяться ценности. Вот. Понимаете? Просто вот у них могут быть другие взгляды на жизнь, у них могут быть другие, ну, другое восприятие реальности, вот. И здесь дело не в вас, вот, просто у людей появляется что-то важное, что-то более важное, помимо внешности, а у вас, судя по тому, что вы описываете, да, ну вот ничего нового, ничего другого с возрастом не появилось. Вот. И мне кажется, что это такой вот один из плюс-минус важных и достаточно ключевых моментов, вот, на которые вам нужно обратить внимание, вот, свое, чтобы вот как-то дальше вот продвигаться в своей жизни. То есть это просто в какой-то степени история про то, что вы положили все яйца, условно говоря, своей жизни, да, своей реализации, своей успешности в одну корзину. Вот. И опираетесь вы только на внешние данные. Вот. Как бы я думаю, что вот во многом проблематика здесь заключается именно в этом, в том, что вот по отношению к себе у вас вот такая позиция, вот, ну, на мой взгляд, достаточно ограничивающая, что ли. Понимаете? Вот. И, соответственно, вам трудно, соответственно, вам тяжело, соответственно, вам тягостно. Давайте мы с вами разберем ваш текст теперь более подробно. Всегда была красивой, интересной девочкой, пишете вы. Как вы это узнали и поняли? После 35 стала постепенно сдавать, менялись черты, овал лица, пробивала свет, где-то после 38 лет почувствовал, что меня перестали обращать внимание мужчины.
А, простите, вы стали менее интересной после 38? То есть, ну, как это вот работает, что вы стали менее интересной? Ну вот просто. Каким образом это возможно? Ну, то есть я понимаю, что могут меняться там, не знаю, черты лица, да, могут действительно происходить какие-то вот возрастные изменения. Это правда. Это правда. Вот. Но как вы можете быть менее привлекательны? Вот для меня здесь загадка, вот этот момент остается загадкой для меня. Вот. Каким образом вы можете перестать быть привлекательным? Вот. Я бы, наверное, вот так бы у вас спросил, да? Вот. Ну вот таким образом я бы у вас спросил бы здесь. Вот. То есть если вы называете себя красивой, если вы называете себя, ну вот, грубо говоря, интересной, я вам верю, безусловно, здесь, что вы, ну, действительно можете быть вот, красивой и интересной. Вот. То вопрос у меня к вам, да, он вот такой. Каким образом возраст влияет на снижение того, что вы интересны, если вы интересны? Вот. То есть я хотел бы вот эти моменты, точнее, разграничить. Вот. Чтобы, ну вот, чтобы вы увидели разницу, чтобы вы постарались, ну, понять, вот, чтобы вы постарались понять, что вот, ну, вещи, о которых вы говорите, несколько разные, вот, и не путаете ли вы. Да, вот, ну, не путаете ли вы одно с другим, грубо говоря, здесь. Понимаете, да? Дальше. Так, перестали обращать внимание, куда ты исчезла сексуально, стала как будто милой простучкой, как кто говорил, наверное, мамаша про детей, хотя у меня нет детей. Не очень понял смысл этой фразы. Сейчас мне 40, в какой-то степени я смирилась, но, наверное, накатываю, что хотя бы еще вся жизнь, еще впереди. Да, и вопрос, Елена, а вот как вы, собственно, эту свою жизнь видите? То есть, у вас-то вся жизнь впереди, это правда, но вот как вы видите ее, свою жизнь? Как вы ее видите и как вы ее хотите прожить, вот. То есть, это же вопрос, как мне кажется, в том числе реализации вами себя. Ну вот. Понимаете? Вот в чем как бы штука. Вот. Если вы себя не реализовываете, если вы не склонны к тому, чтобы себя реализовывать, то, ну, возникает вот, на мой взгляд, достаточно серьезные вопросы, да, я думаю, у вас тоже эти вопросы
возникают относительно того, как я вот, ну, что это будет за жизнь у меня, да, как я буду жить. То есть, как бы, вопросы достаточно, ну, такие серьезные и правомерные, как мне видится. Вот, потому что, ну, действительно, вас это может волновать. Дальше. Не обидно, что оставшийся мне срок на земле я уже прохожу обычный. Опять же, или на вопрос к вам будет вот такой. Для вас обычность – это только внешний вид, получается. Если я правильно, если я правильно вот вас понял, да, то для вас вот только внешний вид является, ну вот, ну, подтверждением или подкреплением вот того, что вы необычно. То есть, как насчет, ну, других способов подчеркнуть свою уникальность? Как насчет других способов подчеркнуть свою индивидуальность? Вот. Ведь такое ощущение у меня возникает, что для вас это вот, знаете, как будто невозможно. Вот. Это вопрос к вам. К вам. Это вопрос к вам. Вот, это вопрос именно к вам. Это вопрос именно вот к тому, как вы к себе относитесь, да, и это вопрос ваших, ну, я полагаю, ценностей, вот. Понимаете, да, вот, что я хочу сказать здесь, вот, то есть, как бы, это, ну, такой вот довольно важный аспект, как мне кажется. Кроме того, обида у вас, то есть, вот, хотелось бы несколько рассмотреть, что вы имеете в виду, когда говорите про обиду, то есть, как обида появляется у вас, ну вот, вообще, да, как она у вас образуется, как она у вас, как бы, становится, ну, становление, вот, обидится. На мой взгляд, это важная достаточно история, ну вот, потому что, от этого зависит, собственно, ну, ваше вот продвижение по жизни дальше. Дальше, так, может, это не нормально или стыдно, но это чувство неполноценности есть, не скрою. Нет, если чувство неполноценности есть, то он... Это нормально, ничего стыдного здесь нет. Я бы даже сказал, что хорошо. В какой-то степени, что вы обращаете свое внимание на это, и хорошо, что вы предпочитаете вот, ну,
как-то признавать, да, что есть вот такая, ну, проблема, да, есть такая вот сложность у вас, например. А мне кажется, это очень здорово и хорошо, вот, что есть у вас такой, ну, скажем так, ресурс для того, чтобы признать, что есть определенные трудности, вот. Но дальше-то, опять же, вот, дальше-то что? То есть, ну вот, это первый шаг, вот, это первый такой, я бы сказал, шажочек, а дальше двигаться нужно, понимаете? Вот. А у меня, опять же, есть ощущение, что, ну вот, что дальше вы не двигаетесь, вот. Что в определенный момент вы как будто бы застреваете, вот, в, ну, вот, в своем таком состоянии, вот, вы просто застреваете в нем, и все. И дальше как бы ничего, дальше пустота идет. Так, значит, средства салонной процедуры меняются, были на подтяжке брови, как мне смириться и что делать? Ну, смириться с чем? Вот. Как бы. И что делать? Значит, чтобы что? То есть это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Потому что, мне кажется, не очень хорошая идея с чем-то мириться. Мне кажется, не очень хорошая идея, знаете, вот с чем-то, ну, с чем-то, ну, пытаться смириться, вот. Мне кажется, что гораздо лучше было бы для вас, гораздо лучше было бы, если бы вы, ну, просто немножечко, знаете, вот, как бы, расширили свои, вот, ну, представления, да, о себе, вот, и попытались увидеть, например, что, ну, не только внешний вид у вас является достоинством, вот, что помимо этого, помимо, вот, помимо того, что у вас есть какие-то внешние данные, есть еще и другая, ну, ценность, как бы. Вот. И это более, ну, более, как мне кажется, ресурсное состояние для вас, потому что, ну, возрастные изменения, как бы, вот, к сожалению, никто не отменял. Вот. Понимаете, понимаете, да? Надеюсь, вот, что я имею в виду здесь. Это важно.
Поэтому вы выбираете, мне кажется, путь жертвы, вот, вы выбираете вот, путь определенной такой неудовлетворенности. Вот. И мне как бы кажется, что это вот путь, он, ну вот он этот путь в никуда идет. Вот. А дальше помогите обрести гармонию. А да, для этого вам, для гармонии, вам необходимо, на мой взгляд, ну, грубо говоря, увлечься. Увлечься чем-то. Вот. Мне кажется, по крайней мере, что он имеет смысл чем-то увлечься. Вот, имеет смысл найти вот, ну, какие-то интересы, вот, в, ну, вот, вам, в своей жизни найти интересы какие-то, да, вот, и тогда ситуация будет лучше, гораздо лучше, чем сейчас, вот. Потому что сейчас вы, на мой взгляд, ну, действительно выглядите очень потерянной и, на мой взгляд, ну, сложно с учетом ваших вот ценностей, которые у вас имеют место быть, сложно, мне кажется, эту гармонию обрести. То есть, если мы говорим о том, чтобы вернуть себе молодость, да, то давайте сразу нет. Но красота бывает разной, и поскольку вам сейчас не 18 лет уже, да, вот, то как бы люди, которые на вас обращают внимание, если это не, ну, не дети там, не подростки, вот, то люди, соответственно, интересуются, ну, тоже другой красотой. Вот. А вы как будто бы вот застреваете в, ну, вот в том в периоде, в детстве как будто бы вы застряли. Вот. И я думаю, что это определенная незрелость, вот, определенная такая вот, ну, определенное непрохождение возраста вам, своего возраста, вот. И мне кажется, что на это, в принципе, можно было бы обратить вам вот свое внимание, да, если например, вам это, ну, если вам это интересно, вот. Но, опять же, здесь есть, здесь сложность в том, что я не знаю, что вам интересно, потому что, задавая вопрос в таком ключе, в каком вы его задаете, я бы сказал, что вам гармонию не обрести, вот, потому что это нужна с вами работа, вот, и, вероятно, ну, не однократная работа с вами нужна, чтобы помогать, чтобы помочь вам, вот, чтобы помочь вам найти эту гармонию, вот, чтобы обратиться к, ну, к ресурсам, вот. Да, безусловно, красота важна, но мне кажется, что те, например, возрастные, допустим, изменения, которые вы описываете, связаны с тем, что вы не развиваетесь. Вот. Мне кажется, что те возрастные изменения, которые вы описываете,
Да, если это только не медицинская сторона вопроса, не какой-то там, ну не знаю, гормональный, может быть, ну, сбой, да, или какие-то гормональные изменения. Вот, если мы не говорим про это, то мне кажется, что это связано с тем, что вы не реализуетесь. Вот, вы, ну, как бы вот, вероятно, склонны блокировать какие-то свои ну, переживания, да, вы, вероятно, склонны что-то в себе ну, подавлять, да, вот. И мне кажется, что можно было бы на это обратить внимание ваше, вот. Если вы хотите, конечно, этого. Вот. Я просто не знаю, опять же, я не знаю, чего вы хотите в данном случае. Вот. Хотите ли вы этого или нет. Поэтому очень важно на эти вещи обратить вам свое внимание. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Хочу пожелать вам удачи, всего самого доброго и гармония. Гармония, она находится в вас. Вам нужно просто постараться ее услышать. Вам нужно просто постараться ее увидеть. Вот, увидеть эту самую гармонию. Вот. И, как мне кажется, многие трудности для вас в том числе будут разрешены. Вот. Конечно, вероятно, это будет не сразу. Вот. Конечно, это будет, вероятно, не сразу. Вот, это, ну, процесс определенный, это определенное время займет. Вот. Но на выходе вы получите именно вот тот результат, который хотите в итоге. Если вы действительно хотите именно найти гармонию. Опять же, вы не написали, какую гармонию. Ведь дело в том, что каждый человек, он по-своему понимает гармонию. Вот. И вы можете понимать ее по-своему. Удачи вам, всего самого доброго.